Всем привет! Мы находимся в Тирании, конкретно в Виленовой цитадели, она же горящая библиотека. Открыли мы, сняли главный барьер, который отгораживал от внешнего мира безмолвный архив, за которым мы, в общем-то, и крадемся. Крадемся, потому что тут могут быть ловушки. И мы еще не видели цензора, с которого, я думаю, нам предстоит еще за этот архив схлестнуться. Ну и тайники высматриваем. Ага, стопочки — это переход. Ну, пока не надо. Какой-то зал, по-моему, переполненный этими или магией, или погибелями. О! Такой маленький. Угу. Сказал же, двери надо закрывать. Цензор. Хоть я и предполагала, что ты победишь в этой игре, но должна признаться, что немного разочарована тем, как охотно ты расправился со всеми моими людьми. Страх смерти — это отличное средство мотивации, но, похоже, смерти других мотивирует тебя немного больше. Наверное, придется более тщательно проводить вербовку. Но твоя полоса удач закончилась здесь. Твое тело присоединится к телам книгачеев на алтаре. Подумать только, какая мощная магия понадобилась, чтобы сохранить этот свиток. Это даже забавно, если подумать. Они смогли остановить разрушение здания, но не смогли остановить и Дик, как и Алый Хорд. Они только принесли себя в жертву ради клочка пергамента, который все равно утратят. Забавно, когда ты убежала в слезах, я подумал, что ты меня испугалась. Интересно, потому что я нахожу твою самоуверенность забавной, я только что уничтожил всю твою команду. На самом деле, они сами себя уничтожили. Одних мы уговорили убить командира, сбежать, минус группа. Две группы стравили, минус еще группа, и потери во второй группе. Мы практически с одними только напрямую столкнулись. Ну давайте ее позлим. Забавно, когда ты убежала в слезах, я подумал, ты нас испугалась. Не путай осторожность с трусостью. Легче оценить противника, когда знаешь, на что он способен. Ты вроде способный, но думаю, ты поймешь, что я тоже способная. Безмолвному архиву не быть твоим. Но я благодарна тебе за то, что ты помог открыть проход и найти безмолвный архив. Больше ты мне не нужен, пора с этим покончить. Пора так пора. Пора не пора, выходи со двора. Фуга. Традиционная. Какой у нее, кстати, лук? Измерение против погибели, по-моему, только работает. Ладно, пусть она из этого стреляет. Лантри. Попробуем с шифтом на барика. И затем электричество на нее. Сам барик. Спектральное размытие на фугу, которая стреляет. Мы... традиционную защиту на барика. Фокс.
пока не поздно. Уже поздно. Так, мы что-то стремительно очень отъезжаем. И, кстати, едет даже Лантри. Давайте-ка мы его спектрально размоем, а сами пробуем вылечиться. Фугу. Подранили. Так, что-то происходит. Зелененьким загорелись и выздоровели. Ну вот это одно осталось. Алая фурия. Уже кто-нибудь ее успокойте. Все. Сейчас будет получше. Лантри жалуется опять, что что-то не так. Что-то идет бесполезно. На заклинании пока нет. Размытие. Размоем лампы. О, Барик пошел. Вот так вот. Тресь на 37, сразу половинку откусил. Все, пока переключался, уже все съели. Вот и все. Не умеют они оценивать ни противников, ни свои силы. Пришла, нахамила и все. Перезарядка способности, сила заклинаний. Давайте атаку чуть-чуть повысим, хотя повысим точность. Здесь у нас лидерство. Плюс 2 количество комплектов оружия. Надо ли ему это? Ячейка для заклинаний плюс 2. Вот это было бы интересней. Они их все равно сами используют. Правда, я им что-то знания не качаю, кроме Лантри. Надо специальные какие-то такие легкие заклинания. Пассивно. Эффективность щита плюс 40. Но это на себя, мы щитом не пользуемся, к сожалению. Это посохом, блин, тоже ни к чему. В общем, или лидерство, или мощь. Короткое время увеличим урон после атаки из режима скрытности. Смертоносный натиск. Когда любой из бойцов отряда убивает врага, всем в отряде возвращается часть максимального запаса здоровья. Хорош. А так у нас уже оно есть. Поэтому не восстанавливаются. Я думал, это их лан перелечит, а поэтому они временами у них прям подскакивает. Здоровье. Создает ауру, которая каждые несколько секунд снимает неблагоприятный эффект. Но он не пассивный навык.
Знамя хорошее. Нужно 9 потратить очков. Тут всего 5. Блин, придется магию дальше качать. Взрыв хаоса, он уже ближе. Тут уже 7. Но оно все с посохами, блин. Ловкость вся очевидная, то есть она специально нужно применять. Блин, ладно, потом подумаем еще. Что-то пока ничего хорошего нету. То есть нужно сейчас уже решить, что брать, в какую сторону двигаться. Вера цензора, обгорелость, плюс 10 брони похищается, и при критическом попадании оружием противники горят в течение 10 секунд. Хорош. Кому? Превращать бойца в собственную тень. Но он что-то у нас не превращается, по-моему, в тень. У нее устойчивость. У Лантри. Сигил Тиратуса. Управление могильным светом. Но вот эти поинтереснее. Тем более повышают восстановление. Он будет еще четче и чаще заклинания свои. Выдавать. Так, здесь понятно, вот это что такое? Ага, маленькая коробочка. Это что? Осколок обсидиана. А, взять. Это надо на место этого. Она же, помните, сказала, настроено все так, что нужно будет вместо дикта положить что-нибудь. Ой, свитка положить. Что-нибудь равное по весу. Око летописца. Плюс 10 к знаниям, защита воли плюс 10. Линза искривленного морского стекла первоначально использовалась в иерархии книгачей, чтобы компенсировать падающее зрение. Считается, что через нее прошло столько документов с магическими знаниями, что само стекло научилось со временем и приобрело странные свойства. Плюс 10 к знаниям. Кстати, это может помочь кому-нибудь пользоваться заклинаниями чуть больше уровня. Хотя, с другой стороны,
Там малейшее улучшение, плюс 35 надо к знаниям. Где такого набрать? Плюс один к смекалке. Да мы и так уже смекались, ты дальше некуда. Посох часов. Ну-ка. Он ваша мощь увеличилась. Посох часов теперь в вашем распоряжении. Это легендарная какая-то вещь. Вот она, наша мощь. Ну, точно, посох загадок пока полежит в кармане. Смотрим. Замедление песков. И он уже, кстати, есть. Достигнуто. Первый уровень известности. Значительно замедляет врагов в выбранной области. Сила этого воздействия возрастает с известностью посоха часов. Этот сияющий посох носит знак книгачеев. До того, как Эдикт Огня разрушил древнюю библиотеку, им владел иерарх Веленовой Цитадели. Чуть сказал церкви. За века посох сменил бесчисленное множество хозяев. Традиция гласит, что каждый новый владелец вкладывает в него дух своих магических склонностей. Руны покрывают посох сверху донизу, и каждая из них отличается от другой. Некоторые написанными именами мертвых архонтов, некоторыми непостижимые поэтические строфы. Однако все они призваны открыть какую-либо тайную возможность. Нынешний аспект посоха остался от предыдущего владельца, иерарха Джесперса, который был умелым мастером иллюзии и обмана. Посох служил разным целям на протяжении своей длительной карьеры. Его тщательно использовали, часто использовали для того, чтобы сохранить старые документы или починить секции цитадели. Ого! Темные пятна на древке напоминают о временах, когда его окунали в чаны с чернилами, в обреченных на неудачу попытках повторить магию, заложенную в основу бездонного резервуара чернил, известного как Вечная Чернильница. Охота глянуть. Ну-ка. Сигил молнии и восстановление. Ну, работает и работает. Посох часов. Вы снарядили могущественный артефакт. Да, есть такое. Скорость действия минус 70% в течение 15 секунд. Поет. Хидоруми, сколько там, даже не успели посмотреть. Так, мне кажется, мы сделали важное дело. И по идее пульт-то наружу открыт. Командирша первого встреченного отряда, мы смогли стравить ее. Блин, прикольно. Посреди озера лавы в окружении ритуальных жаровин стоит алтарь. Вокруг постамента лежат тела книгачеев, отдавших жизни в попытке остановить разрушение библиотеки. Указание первого книгачея. Книгачей Торвен. Армии Кайрос на какое-то время отброшены назад, но эта победа временная. Не сомневаюсь, что мы еще довольно долго сможем удерживать эти стены, но должны помнить, что владыка хочет не поубивать хранителя цитадели, а уничтожить ее тайны. Кайрос не всемогуща, ее силы можно познать и понять со временем, и она небезосновательно боится знаний, которые мы здесь накопили. Безмолвный архив нужно защитить. В ярусах нет равной ему библиотеки. Остальное не важно. Совершенно. Пусть мы не знаем планов владыки, но если у нас будет достаточно времени на исследование, мы сможем противодействовать любым ее замыслам. Мне нужно, чтобы ты дал нам это время, когда понадобится. Сосредоточь свои усилия на теоретических исследованиях магии времени, которым занимается книгачей Стея. Хоть мы и не зря отвергали такие опасные эксперименты, теперь настало время, когда риски будут обоснованы. Соберите старейшин книгачеев и отправляйтесь в нижние залы. Вы должны оставаться там, пока не решите проблему масштаба, с которой столкнулась Тея.
Остановить поток времени в одном зале будет недостаточно, если Кайра затопит нас в буре или бросит библиотеку на небесный свод. Вы должны найти способ защитить всю библиотеку таким заклинанием, если случится худшее. Вы не имеете права на неудачу. Если исполнится воля Кайрос, от этой библиотеки останутся лишь смутные воспоминания. Если мы оба выживем, я с радостью поздравлю вас с прорывом. А пока за работу. Первый книгачей Арвел. Адресовано Торвану. Заметки книгачей Торвана. Книгачей Литота. Мы не можем пока помочь вам с вашим звоном в ушах, поэтому нам придется подождать, пока не завершится конфликт. Да, Арвал дал очень четкие указания. Зная, что они могут показаться невыполнимыми, но такова сейчас ситуация. Все, кто мог понять, безмолвный архив погибли в атаке прошлой ночью, поэтому нам никто в этом вопросе не поможет. К счастью, у меня есть одна идея, но требующая всеобщего участия. Проблема в масштабе. Последние эксперименты СТИ позволили воздействовать лишь на небольшую комнату. Я считаю, что мы можем умножить воздействие заклинания, повторив движение его сигила в группе. Наподобие ритуальной магии, которая использовалась в примитивных культурах до появления современных ярусников. Почти действительное причастие. Уверен, что таким образом мы сможем обеспечить экспоненциальный рост силы заклинания. Но при этом придется пожертвовать стабильностью. Я склонен согласиться. Кроме того, других идей у нас нет. Ни у кого больше из присутствующих здесь нет вашего опыта в магической фокусировке. Вы несчетное количество раз рассказывали мне, как незначительные безделушки могут оказать принципиально уравновешивающее воздействие на заклинания, которые выходят за возможность контроля заклинателей. Что если мы воспользуемся чем-то таким могущественным, как артефакт, в качестве точки фокуса ритуала? Без нее энергии быстро станут хаотическими и почти наверняка смертельными для всех нас. По крайней мере, при использовании артефакта появится возможность и вероятность того, что заклинание СТИ охватит всю цитадель и поместит ее в стазисное поле. По моему мнению, подойдет только один артефакт, сам безмолвный архив. Очевидно, это самый могущественный предмет в этом зале. Книгачей причастный оборот говорит, что достаточно будет посоха часов, но я не собираюсь рисковать. Лучше воспользуемся безмолвным архивом в качестве точки фокусировки, а о том, как его забрать, подумаем потом. Прочитав это, кивните, если вы согласны. Очень надеюсь, что взрыв не лишил вас зрения. Книгачей Торван. Общались с ним. Письменно. Все? Ладно. Настораживает немножко фраза, как будем выбираться, заберем его, решим потом, но это уже наша забота. Изучить свиток, внимательно рассмотреть безмолвный архив. Орел магической энергии окружает этот свиток, зависший в воздухе над центральной платформой. Вы видите символы на пергаменте, но кажется, что их очертания меняются с одного языка на другой. Ландри. Поразительно. Я предполагал, что безмолвный архив — это нечто большее, чем банальное хранилище. Это шедевр. Уверен, этот свиток содержит тысячи научных работ. Движение символов на поверхности свитка замедляется при вашем приближении, вероятно, в ответ на ваше присутствие. Изучить магическую ауру, окружающую свиток. Волны энергии исходят от свитка, поднимаясь к потолку и постепенно распространяясь по всему просторному залу. Похоже, безмолвный архив активно участвует в каком-то заклинании длительного действия. Скорее всего, именно том, что удерживает здание горящей библиотеки. Если убрать свиток, то это точно разрушит заклинание. Проанализировать действующее заклинание. Похоже, оно вызывает своеобразную заморозку времени. Это упоминалось в письме книгачей Арвел. Судя по телам вокруг безмолвного архива, магам удалось остановить разрушение, вызванное эдиктом Кайроса. Но сами они при этом погибли.
исследовать точку фокусировки заклинания. Эксперименты книгачей или лоты с точками фокусировки явно дали свои плоды. Заклинание, защищающее горящую библиотеку, действует в огромном масштабе, а его хаотические энергии стабилизируют сам безмолвный архив. Вам знаком механизм, лежащий в основе заклинания? Вероятно, в качестве фокусирующей точки заклинания можно использовать любой артефакт достаточной силы. При необходимости вы сможете заменить безмолвный архив на другой могущественный предмет, не нарушив воздействующую на течение времени магию. Так, а прочитать свиток мы можем? Написано на поверхности пергамента невозможно прочитать. Символы все время меняются и извиваются. Вы распознаете очертания староверданского, перекрывающей каллиграфию Северной Империи, которая превращается в слова, используемые кочевыми племенами Древней Лазури, а затем снова в фразы общего языка Яруса. Такое впечатление, будто на свитке впечаталось каждое слово из когда-либо написанных или произнесенных. Что ты такое? Заменить безмолвный архив другим артефактом. Пригнись! Барик, сомневаюсь, что тебе удастся отыскать что-то подходящее для подмены. В общем, подумай как следует, прежде чем жертвовать артефактом. А кусок обсидиана не пойдет? Он красивый. Положить артефакт на пьедестал. Нельзя выбрать снаряженный артефакт. Положить на пьедестал плачущие шепоты. А это что такое? Можно почитать? Я вообще не помню плачущий шепот. Изумрудная брошь, сжимающий разум, инсигния непоколебимости, воронья шаль, жгоржет, морозные оковы, корни, браслеты. Так, это око писаря. Ключ, камень от старых стен, шест. Этот кусок обсидиана можно использовать для изготовления мощного оружия в кузне шпиля. А-а-а. Идтить, колотить. А что за плачущие шепоты? У нас ржавый амулет. Заклинатель приливов, око летописца. Все, больше нет. Тут нет. Очищающий амулет. Сумеречная каска, это не артефакт. Прибет певчего крови. Плач заклинателей погибели. Тоже не подходит. И все. А что за плачущие шепоты? Я думал, мы кусок обсидиана положим и смоемся отсюда. А почему сразу нельзя? А, вот можно. Фуга. Спроси себя, стоит ли этот артефакт архива. Ты лишишься предмета, который положишь на возвышение. Плачущие шепоты. Вы осторожно снимаете безмолвный архив с центрального пьедестала и аккуратно заменяете его другим артефактом, которого у вас даже похоже и не было. На это уходит всего пара секунд. Потоки энергии, текущие через центр платформы, на мгновение вздрагивают и искажаются. Слабые толчки взбалтывают разбавленную жидкость внизу. Через несколько секунд неопределенности магия заклинателя, заклинание фокусируется на установленном предмете, и потоки энергии снова начинают размеренно подниматься вверх и распространяться по всей горящей библиотеке.
Похоже, подмена сработала, за свои хлопоты вы заполучили себе безмолвный архив. Все, что осталось, отнести артефакт наружу. Когда безмолвный архив пересечет порог библиотеки, вероятно, вы выполните указ Кайроса убрать все запретные знания из Веленовой цитадели. И еще один эдикт закончен. Вернуться к Ренате. А можно на него хоть взглянуть или что? Вот он. Аксессуар. Плюс один к смекалке, плюс один к стойкости, плюс 10 к обнаружению ловушек. Ну ладно. Не знаю, чего мы там лишились. Ну, как говорится, до свидания. Вот до сюда можно бегом. Я не знаю, куда этот проход, но мы попробуем. А, блин, мы ее сейчас найдем, наверное. Неужели надо было сначала сюда сходить? Будет обидно, если мы сейчас найдем эти плачущие шепоты. Лантри, мы же вроде выполнили требования эдикта, верно? Я ожидал чуть больше грохота, буйства. Любопытно. Воздух вокруг вас постепенно свежеет, запах гари ощущается не так сильно. Клубы дыма начинают развеиваться, и сквозь них проступает небо. Вы чувствуете мощный импульс теплой энергии от безмолвного архива. Звук исчезает в оглушающей тишине. Перед вашими глазами все расплывается, и на вас накатывает волна головокружения, которая чуть не сбивает вас с ног. А потом так же быстро это ощущение проходит. Воздух вокруг вас начинает успокаиваться. Частицы огня и пепла, еще мгновение назад заливавшие глаза, исчезают в холодном порыве ветра. Когда из горящей библиотеки был извлечен безмолвный архив, эдикт огня развеялся, и его тепло словно бы втянулось в вашу грудь. Лантри. Сколько знаний превратилось в дым и пепел. Завершение эдикта не сможет исправить нанесенный ущерб, но, возможно, теперь это место можно будет восстановить. Надеюсь, будущие исследователи смогут отыскать уцелевшие книги и свитки, которые погребены внутри. Фуга. Люблю смотреть на плоды чьих-то трудов. Как они распускаются, словно старый шарф. Если когда-нибудь встретишь Кайроса, спроси, сколько у него времени ушло на подготовку эдикта огня. Барик, в этот раз книгачеям следует взяться за ум и поделиться, наконец, своими знаниями. Вон к чему привела попытка их скрыть. И боюсь, история вновь может повториться. Барик, ты не слышал, как мы читали письмо? Знания Кайросу не нужны. Чтобы ими делились, ему нужно было их уничтожить. Чтобы никто не смог понять природу его силы, ее. Ваш разум внезапно постигает форму и силу пламени. Детали могущественного заклинания, подбор слов, магическая логика огня печатаются в вашу память с невероятной четкостью. Эдикт огня стал частью вас. То есть... Мы его теперь можем от своего имени провозглашать. Ну, ждите Бледеномарка на обед. По мере того, как эдикт наполняет вас своей силой, вы чувствуете, что пламя, которое бушует в горящей библиотеке, начинает утихать. Температура постепенно снижается. Озера лавы остывают, а незатухающие огни начинают трепетать и исчезать. Возможно, на то, чтобы горящую библиотеку снова начали называть Веленовой цитаделью, понадобится время. Но с завершением эдикта снова открывается доступ к знаниям, которое считалось утерянным навсегда. Ой, и бежит. Рената уже тут. А я думал, это эти стоят. Алый хор. Признаюсь, у меня были сомнения, вершитель.
Рассказы о свершениях и достижениях всегда преувеличены, а легенды никогда не соответствуют тому, что про них рассказывают. Ну, легенды, если видимо, легендарные личности. Никогда не соответствуют тому, что про них рассказывают. Поэтому, когда вы сказали, что поможете нам, я подумала, что никогда вас больше не увижу. И все же вот вы передо мной. Нет, это вы передо мной. Благосклонность увеличивается, гильдия книгачеев. Когда мы прибыли, оказалось, что цензора нет, а остатки Алола Хора нам удалось легко добить. Мы уже разбиваем постоянный лагерь и скоро сможем исследовать библиотеку и извлечь оттуда все, что мы потеряли. Книгачеи вместе с вами бросят вызов власти Кайроса. Я отправляюсь в зал Вознесения и отдам свой голос тем, кто с ним борется. Медальон избранного получил отряд. Поскольку очевидно, что вы способны защитить безмолвный архив, я оставлю его под вашей опекой, пока мы не сможем восстановить библиотеку и построить для него новый дом. Это не все, я еще принес око писаря. Вершитель, как я могла в вас сомневаться? Спасибо, теперь мои полномочия над книгачами будут закреплены. Наконец у меня появилась надежда, что книгачей смогут вернуть себе былую силу. Да, то какой же я адмирал без фуражки. Мы перед вами в большом долгу. Ваша мощь увеличилась, вы завершили эдикт огня Кайрос. Гильдия книгачей, благосклонность, полное подчинение. А, это свойство. Задание выполнено, око за око. Раскаленные слова, задание обновлено, вернуться к Арии. Это наш зал Вознесения первого шпиля. Полное подчинение. Дальний бой. Перезарядка 2 минуты. Паралич в течение 9 секунд на противнике. Знание всего 92 нужно. Сковывает и парализует цель на длительное время. Но 9 секунд, да. Особенно если буйные будут попадаться. Понимание магии, защита плюс 14, защита от заклинаний, пассивка причем. А если бы мы воевали за этого, ну, выполняли волю Кайроса, мы бы все это... А, мы бы тогда получали за страх. Тогда бы рос не благосклонность, а страх, мы бы тоже что-то получали. Ну, грамотно. Давайте здесь осмотримся и переночуем. Надо вылечить фугу. Акалия. Я думал, архив надо им отдать, пусть чтобы они его расшифровывали, если в нем все знания им нужно. Но им, видимо, для работы нужна действительно какая-то огромная библиотека. Это же получается как флешка, а им нужно залы с матричными принтерами, чтобы из нее распечатывать и изучать тексты. Ладно, поносим, нам не впервой. Все выздоровели, удачно закончили эдикт. В следующий раз поговорим с Акалией. Ну, вообще, кто тут есть? И у нас на повестке дня-то, к примеру, что?
Отыскать клея в речном изломе. Угу. Ириска давно мертва, но теперь Фога хочет отомстить ее сестре. Может быть, туда пойдем. Вернуться к Аре. Подождет. В старых стенах найти спрятанные Алексеемой хроники. Вернуться к Яспасу. А, блин, Акалия попросила вас найти определенные надписи в старых стенах. Возле распутия Литианы. То есть туда надо будет идти, пока с ней нет смысла разговаривать. Ну, значит, туда и пойдем. Это... Акалия, это... Девушка, не выдыхающий бобер. Который говорит без знаков препинания длинными предложениями. Все, значит, в следующий раз, видимо, в старые стены идем. Если будет по дороге что-то еще, завернем. Фуга, главная линия. Потому что Барик пока у нас подвис. Пока мы Гревина Эша за жабры не возьмем, я так понимаю. То есть дело Фуги, и пытаемся через него идти в направлении старых стен. Я надеюсь, там другие будут лабиринты, потому что мы их все прошли уже. Старые стены. Хотелось бы новых приключений. В общем, хорошо закончилось, интересно. И на сегодня это все. Библиотеку спасли. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго, удачи и пока.